Так, снова второй серьезный Сэм, и мы это, короче, должны вызволить этого шамана. Охранники сидят, такая короче, вместе. Шамана в покое. Мы со всем этим разберемся или по-плохому, или по-моему. Что, в общем-то, одно и то. Действительно. Тюрьма Кукулели. Только Лаки, пленный шаман и большой мочилов. Ну, нам это подходит, походу. Так что... Белобрысова. Белобрыс это другая. Церемониальной арене. Не опаздывай. Думаю, я пойду коротким путем. Пока. А можно мне тоже как-нибудь? Ай, ну что в тебе шаманицы? Надо добить этих всех упавших и добитых. Пройди через тюремный блок. Сделай доброе дело, освободи по дороге пленных симп. Блин, еще там обузу брать. Ладно. Ладно, если женщина против, то почему бы и не попытаться? Так, ну, дробовик мне нужен. 12 людовиков, это, в принципе, нормально. Чё, ты свободен. Матрас, случайно, почему-то не на кровать. Так, спасибо, давайте свободны. Все, мы свободны. Тут ништяки были в вазах. Телевизор. Дверь закрыта. Что там? Какая-то картина? Ты мне ничего не дашь.
Походу тут нужно... А, или после этого... Так, спасибо. О, у вас тут целое сокровище было. 5000. Нормально так. Симпатичный огонек. Давай проверим, что там. Вот женщины, все их на блестящие тянет. О, камикадзе! Па-бах! Опа, чё там? А, там. Обнаружен секрет. Так, так, выпущу парочку, чтобы забрать этих. Опять ловушка, да?
О, пацаны, вы близко. Отлично. Эти пулеметчики, походу, типа как эти, скорпион. Угу, пещера. Спасибо. Слышал, что сказал шаман? Лезь вверх, давай выбираться отсюда. Хорошо, иду, иду. Так, не собрал все. Вот теперь все собрал. Ова. Найдено секретное плато. Спасибо, что оповещаешь, а то я не понимаю, что там. Опа. Уничтожена секретная плита. Обалдеть, опа, большая обезьяна. Ну что же, идем наверх. Опа, господи, садники какие-то. Так, а ну-ка, давай попугай, еще сними-ка их там. Спасибо, а то зажужжали уже. Так, значит, добраться до... Так, ну, что ж, придется лезть по новой.
А. Я уже тут по полной. А, я зарыл просто этот проход. А, да твою за ногу. Так, вроде все стихло. Блин, куда ты торопишься? Хотя нет, это я должен тут. Класс, супер уже. А, как помог я это. А, у меня был прикол. Смотрите, прикол. Ого! Круто! Кто остановит меня? Ну, разве что это... пеленка уже. Так, ну, в принципе, все в порядке. Надеюсь, мне наконец удастся глотнуть свежего воздуха. Я тоже надеюсь. Ты, по-моему, с первой игры не мылся. С Египта даже не... Под водный уровень считать не будем. Ну, в принципе, все, это мы... Наконец-то выбрались из этой тюряшки и все секреты нашли.